эфире информационная программа «Новости губернии». Здравствуйте. В студии Татьяна Потоцкая и Руслан Ишуков. И сначала коротко о главных темах выпуска. 2 миллиона утекли в никуда. В Жигулевске завели уголовное дело на председателя ТСЖ. Обвиняют в хищении денег жильцов. Будет ли у этого коммунального преступления наказание? Мы разбирались. Вот-вот начнется. Самара в ожидании приемной кампании в первый класс. Тольятти пережил интернет-атаку от родителей, и без ажиотажа там не обошлось. Что будет, спрогнозировать ситуацию пытались наши корреспонденты. Женский день в Самарском оперном. Накануне праздника самые успешные в профессии и в семье дамы принимают поздравления и получают награды от первых лиц региона. Почти 2 миллиона мимо кассы. В Жигулевске экс-председателя ТСЖ обвиняют в хищении денег жильцов. Возбуждено уголовное дело, документы рассматривает федеральный суд. Между тем, женщина, которую подозревают в мошенничестве с карьерой в сфере ЖКХ, не распрощалась и нашла новую работу, возглавила другое ТСЖ. О коммунальном преступлении и наказании. Алена Алешина. Куда уходят деньги? Этот вопрос у жителей пятиэтажки по улице Марквашинской в Жигулевске стали задавать председателю ТСЖ, когда в их квартиры постучались судебные приставы. Новость о том, что дом задолжал за электричество, тепло и воду 2,5 миллиона рублей, вызвала недоумение. Жильцы исправно платили за коммуналку. Отчитаться за каждую собранную копейку председатель ТСЖ Галина Щепинова отказалась. И людям стало понятно. Все это время их водили за нос. Деньги уходили направо и налево. Ни рубля, ни за рубль, ни за что она у нас не отчитывалась никогда. Ни квартальный, ни годовой отчет, ни бухгалтерский отчет, ничего. Мы ничего не видели, никогда ничего не видели. Дом за долги в любой момент могли отключить от тепла и света. И люди приняли решение поставить у руля нового председателя. Кандидатуру Татьяны Романовой поддержали единогласно. Первым делом женщина стала наводить порядок в документах. Было написано заявление в полицию. И вот так вот завертелось и закрутилось, были изъяты документы, как оказалось потом, что там очень большие деньги у нас ушли на левые фирмы, можно даже сказать, вообще на несуществующие фирмы. К делу подключилась прокуратура. Выяснилось, Щепинова действовала по привычной мошеннической схеме. Она заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями города, которые обеспечивали дома, на которых она занималась обслуживанием, теплом, светом, водой. И несмотря на то, что с населения она регулярно получала систематически оплату за предоставленные коммунальные услуги, тем не менее в полном объеме не рассчитывалась с этими ресурсоснабжающими организациями. Образовался долг более 1 300 000 рублей. У нас есть еще эпизод по хищению денежных средств, которым принадлежали ТСЖ, на сумму более 555 тысяч рублей. Это было связано с тем, что Щепинова создавала фиктивные договоры о предоставлении ТСЖ услуг организациям, которые либо не существовали в действительности, либо они существовали, но никаких услуг подобного рода не выполняли. Сейчас экс-председателя ТСЖ обвиняют сразу по двум уголовным статьям. Сама Щепинова все отрицает. Сколько я в этот дом вложил? Я там ночевал в этих подвалах. Я эти деньги, которые они целевом использовании были, я вообще потратил в подвал. Мы провели, я принимала дом, там текли крыши, текли трубы, горячей воды не было, отопления не было в доме. Пока обманутые жильцы расплачиваются с долгами, Щепинова взяла в управление новое ТСЖ в селе Александровка, там, где, по версии правоохранителей, она недавно построила себе дом. Суд по уголовному делу в отношении экс-председателя ТСЖ в Жигулевске, возможно, состоится в конце марта. Скорее всего, женщина, присвоившая с помощью мошеннических схем почти 2 миллиона рублей, отделается небольшим штрафом. Алена Алешина, Александр Ерофеев. Новости губернии. Жигулевск. Сделки с землей, под которой скрывается нефть, проверят на предмет законности. Теневые схемы и спекуляции с участками под разработку месторождений должны уйти в прошлое. Такую задачу поставил губернатор. На встрече с гендиректором Татнефть обсудили планы компании по увеличению присутствия в 63-м регионе. В обозримом будущем к 15 существующим добавится еще 8 заправок и откроются новые вышки по добыче черного золота. В прошлом году Татнефть вышла на безубыточность и намерена дальше наращивать объемы добычи, а значит и поступления в региональную казну. В 2012-м в бюджет Самарской области перечислили налогов почти на 3 миллиарда рублей. Есть шансы, что в ближайшее время сумма округлится. Новые буровые строятся с использованием передовых технологий. К примеру, попутный газ не сжигается, а идет в переработку.
Первыми в России соседи из Татарстана освоили добычу битума при помощи наклонных установок. Проект по их производству сейчас готовят в Екатеринбурге. В преддверии мундиаля, а значит масштабного дорожного строительства, на этот материал спрос ожидается высокий. Николай Меркушкин выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет взаимовыгодным. Со своей стороны правительство готово оказать поддержку. Мы будем создавать вертикаль, потому что, к сожалению, вот эта вот разбалансировка общая в Самаре, там не только по линии имущественных отношений, там и, и по ряду других направлений, где нет вертикаль не работает, где вот даже здесь же по земле, это на самом деле преступление по отношению к людям, которые здесь живут. В регионе будет создан современный центр по ремонту и обслуживанию авиатехники. Об этом договорились во время встречи с губернатором Николаем Меркушкиным представители швейцарской компании. Сотрудничать намерены сразу по нескольким направлениям. Главная задача – развитие сектора региональных авиаперевозок. В перспективе для местных авиакомпаний станет проще и удобнее проходить обязательный раз в полтора года так называемый тяжелый сервис, когда глубокой проверке подлежат все системы самолета. Пока позволить себе эту процедуру в России может только Аэрофлот, остальные либо привлекают иностранных специалистов, либо проводят техосмотр за рубежом. У наших пока российских авиакомпаний, ну скажем, такого современного, может быть, подхода к обслуживанию самолетов пока до конца не отработан, то участие коллег, в том числе в проектах там наших, мог бы оказать очень большую помощь и поддержку. Прямые рейсы в 15 городов ПФО и цены вдвое дешевле. До старта пилотного проекта по развитию межрегиональных перевозок осталось меньше месяца. Тогда табло Курумыча пополнит целый ряд новых направлений. Куда летать станет дешевле и удобнее, выяснила Ирина Трофимова. Заоблачные цены, время и нервы на ветер. Пока так проходят авиапутешествия из Самары только через Москву. Например, чтобы добраться до Волгограда, нужно сначала 1:40 лететь до Шереметьево, а потом еще столько же до самого города-героя. При этом 2,5 часа потратить на пересадку в столичном аэропорте. Я могла бы раньше быть дома, зачем мне пересадку, там еще ждать какое-то время, чтобы это второй самолет полетит. Так бы я, вот сейчас, если улетела бы отсюда, я уже через 2 часа была бы дома. А так мне придется аж 20:00 вечера быть дома. Сейчас через Самарскую область уже проходит 12 прямых воздушных рейсов и столько же транзитных. При этом межрегиональные маршруты практически отсутствуют. С 1 апреля ситуация изменится. Пассажиры смогут путешествовать из одного региона в ПФО в другой, минуя московские аэропорты. При этом оплачивать они будут всего 50% стоимости билета. Остальную сумму покроют за счет средств федерального и областного бюджетов. На эти цели в бюджете Самарской области уже предусмотрено 57 миллионов рублей. Старт программы откроет прямые пути в небе ко всем столичным городам регионов ПФО. Многие пассажиры уже ждут скорого запуска. Безусловно, это сократит, наверное, время 2 раза. Ну и не надо будет несколько раз регистрироваться, сдавать, получать багаж. Авиаперевозчика определит специальная конкурсная комиссия. Заключение договоров состоится 15 марта. Субсидии из регионального бюджета будут предоставлять ежемесячно в расчете из количества реальных перевозок. Ирина Трофимова, Александр Каракулько, новости губернии. Самарские овощеводы внедрили самые передовые технологии в мире. Растения теперь выращивают в специальных лотках, набитых волокнами кокоса. Голландский метод. Сначала опробировали на огурцах, а недавно и на томатной плантации. Повысит ли такое ноу-хау урожайности и качество овощей, разбирался министр сельского хозяйства Виктор Альтергот и наш корреспондент Сергей Павлов. Помидоры поспеют уже через месяц, и за урожай не придется краснеть. В теплицах комфортный микроклимат, строгий температурный режим и график полива. Специальные форточки могут автоматически зашторить плантации от солнца, чтобы не перегрело. Корпят над ароматом и шмели с пчелами. Но опылением и капельным орошением сейчас никого не удивишь. Другое дело – кокос. Субстрат из сухих спрессованных волокон заморского ореха призван повысить урожайность. В органике идеально развивается корневая система. И все растение дышит чистейшим воздухом. От такого райского наслаждения и отдача другая. Масса продукции с 1 квадратного метра больше на 20%. Мы запланировали на 10-15 килограмм выше, чем бы мы выращивали в теплицах грунтовых старых конструкций, которые были у нас.
После огурцов и томатов кокосовое ноу-хау внедрили и в салатный комплекс. Эксперимент удался. Базилик, петрушка, укроп и даже редис растут не по дням, а по часам. Самое главное, чтобы они сухие у нас не стояли. Пикируем салат. Машинка сеет неравномерно. Пикируем салат. Что в горшочке было, по 3 штучки салата. Вот, либо добавляем, либо убираем. И так ничего особенного, все то же самое, как на грядках. Новые технологии хоть и обошлись комбинату в копеечку, но уже скоро окупятся. С одного гектара тут планируют собрать 400 тонн огурцов и 520 тонн томатов. Плюс 4000 упаковок салата будет ежедневно поступать на прилавки магазинов области. Задача, чтобы максимально количество экологически чистой продукции попадало на столы жителей Самарской губернии круглый год. И такая задача, она вполне выполнима и реальна в обозримом будущем. В подтверждение, комбинат готов ввести в строй еще 2 гектара современных теплиц для выращивания огурца и уже в начале лета получить первый урожай. Сергей Павлов, Михаил Смирнов, Новости губернии. Продолжаем выпуск. В первый класс почти как в вуз. Теперь в начальную школу зачислять будут в 2 волны. В первую очередь по месту прописки. Неважно, обычная это школа или престижный лицей. Впрочем, вокруг последней, как всегда, ажиотаж. Хотя правила приема документов для всех и везде одинаковые. Как поступить правильно и не остаться без места за партой, разбиралась Нина Ванина. Свою младшую дочь, как и старшую, Галина хочет отдать сюда, в 29-ю школу. Она рядом с домом. В том, что с приемом проблем никаких не будет, уверена. 10 марта планирует записать ребенка в первый класс не через интернет, а как обычно, отдав директору рукописное заявление. Да ну не знаю, нет, мне кажется, проще прийти сразу, быть уверенной. Желательно, чтобы были льготы, если старший ходит сюда и младшего, чтобы не в разные школы не бегать. А вот льгот никаких не будет. Ни тем, чьи дети уже учатся в определенной школе, ни тем, кто ходит на подготовительные, пусть и платные курсы. Приоритет один – территориальный. Вперед пройдут прикрепленные к школе по месту прописки. Для этого в 2013 году запускают 2 волны приема в первые классы. Если я живу рядом со школой, мой дом закреплен за этой школой, меня она в полной мере устраивает, то я могу подать заявление с 10 марта, желательно по 31 июля. 1 августа могут подать заявление в школу родители, которые хотят по тем или иным причинам в нее попасть, но они не закреплены за этой школой территориально. Вот в чем отличие первой и второй волны. Ажиотаж вокруг лицеев и гимназий родители создают искусственно, уверяют в департаменте. Дежурить в очереди у ворот не выход. Электронная регистрация – единственное современное решение. Попадет ли ребенок в ту школу, в которую хочется, если не прикреплен к ней? В департаменте образования отвечают. Работает правило естественного отбора. В любом случае места хватит всем. По месту прописки ребенку обязаны предоставить место в первом классе. Нина Ванина, Александр Дмитриев, Новости губернии. До 1 мая в области появится 54 фельдшерско-акушерских пункта нового образца. Региональный Минздрав заключил контракт на сумму порядка 80 миллионов рублей. Максимально просто, быстро и удобно. А главное, по современным стандартам. Модульный корпус, разделенный на 2 части. На монтаж уходит всего неделя. Первый такой открыли в Кинельском районе. В технологии разбирался Иван Попов. Ну расскажи, каких условий были для этого? Наталья Мерканюк работает фельдшером в поселке Октябрьский с 91 года, сразу после мединститута. Ей есть что рассказать и показать министру здравоохранения Геннадию Гридасову. Кабинет здорового ребенка. Сами, как видите, помещение какое холодное, отопления нету, света нету, хотя по санпину положено. Местный здравпункт пока никто не закрывал, хотя состояние помещения и оборудования, мягко говоря, не соответствуют. И пациенты по привычке продолжают идти сюда. Получается, мы с больными детьми ездим в Кинель. Вот получается, смысл какой вот их туда-сюда катать? Нам не больничные здесь не открывают, ничего. Нам приходится с больными детьми ездить туда. Туда – это в центральную районную больницу Кинеля. До нее час езды. А нуждающиеся в медицинской помощи в поселке есть всегда. Население 900 человек, детей около 200, и новорожденных там 12. Да? То есть для оказания полноценной и качественной медицинской помощи необходимо, конечно же, помещение, отвечающее всем и санитарным, и гигиеническим требованиям.
Принятая в прошлом году федеральная программа модернизации здравоохранения дает результат. Открытие таких вот инновационных ФАПов только начало. Сейчас начнется финансирование областного перинатального центра, корпуса областной детской больницы, корпуса детской инфекционной больницы. И все вопросы, связанные с родовспоможением и детством, они являются приоритетом. Вот. Надо сказать, и само слово «фельдшерско-акушерский пункт», он как раз и определяет, что это помощь, которая оказывается доврачебная, и помощь, которая оказывается именно связанная с родовспоможением и сопровождением детей. Физиотерапевтический кабинет, процедурная, комната для персонала, предусмотрено все, даже канализация и отопление свои. Само здание, которое изготовитель называет изделием, это модульный корпус. Монтаж занимает всего одну неделю. Само здание по государственному контракту стоит 1 710 000 рублей, где-то примерно так. Вот. И само оборудование стоит 400 000 рублей. Данный заказ мы получили в результате конкурсной процедуры, согласно 94 ФЗ, как это положено в нашей стране. Глядя на чистые светлые помещения, новое оборудование, работающее на полную мощность батареи, сотрудники ФАП, заведующая, фельдшер и медсестра, верят, что жизнь в поселке начнет меняться. Сейчас такая красота. И самое главное, что все необходимое, чем оказывать первую медицинскую помощь. От нас этого тоже очень много зависит. Я думаю, что народ будет рад, а мы будем стараться работать. Следующие ФАПы появятся в Безенчукском, Кошкинском и Красноярском районах. А вся работа по установке новых медучреждений в регионе должна завершиться до 1 мая этого года. Иван Попов, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Поселок Октябрьский, Кинельский район. В Самарском оперном сегодня женский день. Поздравления от первых лиц, восхищенные взгляды, цветы и главная премьера сезона – павильон «Армиды». Все для них – самых-самых успешных в профессии и семье. Заслуженные мамы, активистки общественных организаций и бизнес-леди получили награды от губернатора. Впрочем, с прекрасной половиной глава региона говорил не только о женском, но и о футболе. Оркестр в холле, цветы и поздравления. Сегодня все для них. На репетиции первого весеннего и главного женского праздника даже губернатор с супругой. Песня посвящения самарским женщинам от теноров 21 века. В зале только дамы. Мужчины на сцене волнуются. Мне приходится уже много-много раз выходить на подобную трибуну, выступать, поздравлять, и каждый раз особое волнение. Вы та самая, может быть, великая природная красота, на которую мы равняемся, на которой держится общество, мир, земля, которая делает все, чтобы продолжалась на этой планете Земля жизнь. Мужчина иногда пришел там, или телевизор, или там пиво, или еще что-то. А вы всегда в заботах, вы всегда в деле, вы всегда за что-то переживаете, вы всегда о чем-то думаете. Награды получают женщины, призвание которых быть мамой. Мария Шадярова в этом плане преуспела. У меня 7 детей, 5 дочерей и 2 пацана. Трудно было вас воспитать, 7 человек? Да нет, вроде, не трудно было. Они друг за другом смотрели, нянчились, мы работали с отцом. Такой знак отличия теперь на груди еще у 6 самарских женщин, материнской доблести которых можно удивляться. Объявили 6 детей, 7 ждем. И совсем... С виновницами торжества Николай Меркушкин говорит не только о демографии. Подготовка к чемпионату мира по футболу и большие планы по развитию области. Все, что предстоит сделать в ближайшие годы. Разумеется, не без их участия. Статистика подтверждает. В регионе женщин с высшим образованием на 6% больше, чем мужчин. Но при этом успевают все. Рождаемость за прошлый год тоже выросла и тоже на 6%. В такой день, если неожиданность, то только приятное. Всем дамам цветы и самая масштабная балетная премьера сезона – павильон «Армиды». Татьяна Потоцкая, Дмитрий Алатырцев. Новости губерния. И на этом у нас все новости. До свидания. Генеральный партнер прогноза погоды – Восточный экспресс-банк.
Погода на Среднем Поволжье определяет циклон из Скандинавии. Температурный фон будет резко меняться от слабоположительных значений до по-настоящему зимних морозов. В регионе облачно, с прояснениями, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. На севере и западе области 12-15 мороза, в восточной и южной части региона до минус 14. В Самаре ночью минус 13-18, местами до 24 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Днем в Самаре и Тольятти холодно, минус 14, облачно, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Что можно купить за 49 рублей? Чашку кофе? Или удобный диван? Новый холодильник? А может, поездку на море? Кредиты без залога за 15 минут всего за 49 рублей в день. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100.